Протяжный вой сирен ничем не изменил привычную жизнь улицы. Горожане спокойно прогуливаются, продолжают телефонный разговор, гуляют с детьми. Одни считают, тревога учебная, другие не видят смысла паниковать. Ой, миленькая моя, да если что-нибудь случится, убежать-то не успеешь. Учебная эвакуация, наверное, опять. Сигнал слышишь, не переживаешь, что настоящий? Нет. А почему? Проверка, скорее всего. Не боитесь, что это по-настоящему все? Нет, это учебная. Вы знали? Знали, да. Учебная, я это по телевизору же слышала об этом. Тревожный сигнал не учебный. Подается он с целью проверки технического состояния городской системы экстренного оповещения населения. Звук сирен нижнекамцы будут слышать на протяжении 3 дней с 11 по 14 сентября. Эту проверку специалисты проводят ежегодно. И каждый раз система работает без сбоев в штатном режиме. А вот как должны вести себя горожане, случись нештатная ситуация, напомнить не лишне. В первую очередь включить какое-то средство оповещения. То есть это же то же самое СМИ, телевизор, радио, телефон. На телефон всем придет рассылка СМС от МЧС. Панику не создавать, собрать необходимые документы, вещи первой необходимости и быть наготове, ждать дальнейших инструкций. В Нижнекамске 10 сирен оповещения. Все они расположены таким образом, чтобы охватить всю территорию города. Радиус распространения звука более 500 метров. Поэтому при чрезвычайной ситуации его услышит каждый. Наталья Лушникова, Фахри Исламов, Новости НТР.